Привет всем, меня зовут Кирилл. Хочу познакомить вас с моей мамой. Мама по профессии педагог-психолог. Сегодня является генеральным директором агентства по подбору домашнего персонала. Математика в ее деятельности играет не последнюю роль. Мама согласилась открыть свои математические секреты. Приветствую всех. Подбор няни для маленького ребенка – дело очень ответственное. Чтобы выбор оказался правильным, я в своей работе использую в том числе и определенные математические расчеты, а именно составляю нумерологические карты совместимости няни и малыша. Для этого мне нужно взять дату рождения и сделать некоторые вычисления. Получается вот такая картина. Это целое досье на няню. Каждая цифра мне рассказывает о ней очень и очень много. В моем случае я вижу, может ли данный человек работать с маленьким ребенком или нет. Задача моей работы – счастливый, веселый, здоровый и умный малыш. А помогают мне в решении этой задачи цифры и наша любимая математика. Спасибо, мама, за секретную информацию.